перекодировка сейфа Monolith. Monolith Muscle. Значит, для того, чтобы перекодировать сейф, нужно открыть его. В открытом положении пить на электронном табло 6 нулей. Теперь ввести старый код один раз и дважды ввести новый код. Все, код сменен. Чтобы проверить и убедиться, что все сделали правильно, обязательно, не закрывая сейф, проверяем. Вводим старый код. Уже не открывается. Вводим новый код, на который только что мы заменили. Все работает. Сейфом можно пользоваться.